в отношении, вот не принято в современной России с 90-х годов и немножко дальше говорить о том, что произошло в Крыму. А если сравнить реальные цифры погибших крымских татар и реальные цифры красноармейцев, убитых крымскими татарами во время войны, какие цифры будут больше? И чтоб с ним нельзя говорить об одном и замазывать другое. Не просто так это было. Почти все крымские татары, за исключением тех небольших количеств, которые были на фронте, убивали сами и сдавали нацистам пленных. Гонялись за партизанами. Содействовали им вылавливать евреев и всех остальных. Не на голом месте это было. Несмотря на то, что это не оправдывает то, что было с ними сделано. Но это тоже правда. И нельзя говорить полуправду. А последнее... А последнее? We'll be right back.